Бизнесмены, руководители ведущих сельхозпредприятий, депутаты, общественники обсуждали насущные проблемы Академии и агропромышленного комплекса в целом. Я могу только пожелать Академии стать настоящим аграрным, индустриальным вузом, точкой притяжения и точкой консолидации всех развития науки, техники, все, что сейчас в сельском хозяйстве наиболее востребовано. Совместно с курским филиалом Россельхозбанка в Академии была организована школа фермеров. Очередному этапу проекта будет дан старт ближайшей осенью. Высшее образование не может развиваться обособленно от бизнеса, от реального сектора экономики, подчеркнула в своем докладе ректор Академии Екатерина Харченко. Именно поэтому большое внимание руководство вуза уделяет взаимодействию с бизнес-сообществом. Аграрно-промышленный комплекс – это самая динамично развивающаяся отрасль. И нам для повышения качества образования, для улучшения материально-технической базы, конечно же, нужны друзья и партнеры. В своем докладе Екатерина Харченко также рассказала о профориентационной работе со школами, о кадровых проблемах в сельском хозяйстве и подчеркнула, что главное в любой отрасли – это люди. Ирина Губарева, Семен Каптанюк. События дня.